Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на аккаунте Бухалыча и нас зарейдили. В принципе, я иду на месть. Плеер 9193. Сразу же туда выдвигаюсь немедленно. На картинке видно, что меня именно украли. Ну и, конечно же, мы приближаемся в логово нашего Плеер 9193. Что же не удастся найти, ну и самое главное, удастся ли мне вернуть то, что украли. Вот сейчас мы и узнаем. Ведь именно ради этого, как говорится, мы и ходим на антирейды и на сам, конечно же, рейд. Вот, но что у меня, кстати, нету уже практически оружия с глушителями. Остался вот этот вот немного надбитый глок и, ну, использую теперь оружие ближнего боя. Ну, судя по тем колям, которые здесь есть, мы сможем, ребят, зомби слить просто об коле, надеюсь. Да, смотрите, АТВ практически не собран. Что здесь, в старом пикапе тоже практически ничего нет. Ну и, наверное, лучше всего взрывать. Я не вижу здесь, куда лучше взрывать. Я вижу здесь вот эти ящики. Наверное, сразу напротив ящика я и буду взрывать. Может быть, это огроменная буферка. А, есть, я вскрыл частично базу, и как я обещал, ну, может быть, не полностью, но сольем зомби об коле. Колюшки, колета, обязательно сольем вас, зомби-зомбята. Главное, самому не слиться об эти коле. Довольно-таки много кольев. Да, некоторые вообще даже ни разу не коцнулись от поля. Тем не менее, как минимум, в два раза проще теперь их сливать стало. Ого, тут колев довольно-таки много. Угу. Ну ладно, будем принимать бой вот здесь, я думаю. Вот здесь примем бой, чтобы они еще немного почесались об коле. И без проблем, то есть даже с катаной, даже с мать... О, один вообще слился. Есть там ключик, может быть это Не, это сборник воды. И настало то время, когда нужно заглянуть. Кстати, чупер построен на железном полу. Может быть это еще... Ну, не знаю, может быть это какой-то... О, хорош, мину нашел. Специальное событие, которое добавляет шанс, ну, как бы, к поиску крутых вещей. Поставить чоппер на железный пол, чтобы чаще выпадали детали. Прикольно. Я о таком даже и не думал. Ну, а сейчас собираем ресурсы. Все, что, конечно же, здесь нам попалось, это совсем практически ничего. Можно единственное, что голод жажду до максимума утолить, чтобы наш персонаж не хотел ни есть, ни пить. Даже стихами буду говорить, чтобы только базу это до конца зарейдить. У нас украли самое ценное, это броню вот эту вот кевларовую, которая, конечно же, с трудом нам досталась, когда мы выполняли задание третьего сезона. И второго, конечно, тоже. Вот так вот. И красный талон, почему бы нет. Самый надбитый глок в мире. Ну, может быть, конечно, были еще более надбитые. Вот, зачем я вернулся. И, наверное, вот здесь тоже мы зарубимся. Я вижу, что в соседней комнате тоже есть отец. Опа, опа. Как говорится, кевларовой брони много не бывает. И, ох, пацаны, вообще, ребята, вы что делаете здесь? Я же хочу вас слить об поле. Я же умный, ну, как бы, по-умному поступаю. Надеюсь, что все-таки хоть толстяки так там покоцается об коле, а с этими мы уже разберемся как-то по... Ой, хорош, они откинулись. Вот здесь можно, конечно, уже и сражаться с зомби, которые там идут. Блин, какой же ты, блин, надоедливый, и об коле не хочешь тереться. То, что им говоришь, они вообще не выполняют. Ну, слава богу, что хоть, ребят, у нас все по плану идет. В смысле, что слиться можно будет об коле. Фух. О, а что ты затыкал? Я себе поставил сишку и стою. Чуть, блин, не слился. Да ладно, смотрите. Железная стена. Неплохо. Три ящика еще. Второго левела. Видать, именно здесь был сотрятан хороший лук. Наверное. Ну, а может быть и нет.
Больше всего, что и нет. Ну, здесь. Надежда умирает последним, поэтому... О, да, детка. Получается, что эта база какая-то странная. Зомби. Дайте мне пробежаться, зомби. Об колюшки вас потереть. И, как говорится... Да, думал, автохил стоит, включил, а там... А как там осмотреться? Это делали мы для того, чтобы ферму зачистить. Ну и, конечно же, увидеть, как мины взрывают всех и вся в округе. 190 хп. Я думаю, что пора бы сделать еще один кружок почета. Для того, чтобы все-таки потереть побольше этих зомби обколи. Можно даже обойти. Идите сюда, товарищи. Ну, попроще будет. Теперь как минимум в 2,5 раза меньше хп у вас осталось. Мне кажется, что даже и второй раз-то сюда идти незачем. Здесь всего ничего. Да, здесь вообще ничего, если честно, нет. Бам. Только то, что у меня украли, да, мне кажется, даже еще и меньше, потому что две мины у меня украли, а здесь нашлась только одна. Наверное, пересмотреть нужно все. Обязательно, потому что мина, она как бы должна где-то полюбаться быть. Аптечки. Неплохо. Давайте, наверное, хоть немного, но все-таки в чоппер заглянем. Ну, как бы мина, она должна была быть. По-моему, на этом антирейде я даже потерял больше, чем приобрел. Больше ящиков я здесь не вижу. Может быть, конечно, вот в этих строениях эти ящички, но это, я думаю, совсем навряд ли. Забираем кевларовую броню, и вы можете написать в комментариях, куда вы использовать эту броню, а на какие, как говорится, прикольчики ее попробовать, как говорится, использовать, одеть, и, ну, может быть, четвертый этаж бункера Альфа, бункера Браво. На что вы хотите посмотреть? Мне, если честно, задуматься, даже не знаю, что здесь взять. Здесь реально ничего нет. Блин. Вот эта база попалась. Как никогда. Такое впечатление, что специально, да, подкинули такую базу. Совсем фуфлимиценную. Чем круче лут у тебя крадут, тем, конечно, база. Ну все. Ну то есть 100 раз перепроверил. Нету мины. Все равно ребят в комментариях напишут. А ты пропустил мину свою. А у вас молоко убежало. Давайте выйдем на глобальную локацию, посмотрим, что же глобальную карту. Посмотрим, что же нас здесь еще может подождать или преследовать. Ну, как бы сливаться на рейде даже и не обязательно. Вообще, ребят, можно посетить очень много интересных вещей и места, но мне, как говорится, сейчас очень сильно нужна граната. Не одна граната, а много гранат. Для того, чтобы пройти кучу волн полицейского участка. Я все-таки думал залутать как-то интересно там на кучу капитанских карт, но в данный момент коплю на инспекторский. Не самая тяжелая задача найти капитанскую карту, а вот самое тяжелое сделать из 10 капитанских одну инспекторскую. Вот это, конечно, челлендж, вот это вызов самому себе. Потому что, блин, так жалко терять 10 капитанских карточек всего лишь ради одной инспекторской. Блин. Ну что делать? Ничего не сделаешь, я стараюсь, нахожу много крутых фиолетовых модулей, ну и получаю не менее важные ресурсы, которые падают именно на инспекторских картах. Ну а сейчас мы пришли за наши гранаты, мы ее и забираем. Остальное нас больше здесь не интересует. Единственное, что можно вызвать вот эту тетушку язву там с нами на бой. Пускай она поорет немного, ну даже катаной там немного исполосаем ее. Совсем-совсем неравный противник. Я думаю, что даже кулаками многие ее убивают. Урон у нее вообще никакой. Вот да, если бы вокруг нее была куча зомби, и вот эти вот дикие оры могли бы вас застанить, ну, то есть оглушить,
и просто-напросто зомбики бы сделали свое дело. Надеюсь, вы тоже собираете гранаты, и это самый простой способ получить именно ее здесь. Ну, для этого надо всего лишь первый уровень взломщика. Ну, а вам, ребят, надеюсь, понравилось это видео, и вы заслуженно поставите свой лайкосик под этот видосик. Не забывайте также подписываться на канал, писать комментарии. Всем удачи и пока, и мы увидимся уже в следующем видео, ребят. А я поехал домой, как говорится, готовиться к следующим рейдам, ну или, может быть, каким-то ивентам.